Тем более подробно обсудим с Алексеем Гетманом, военным аналитиком. Алексей, рад приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, давайте как раз касательно РЭП и обсудим эту тему, о чем мы только что и рассказали. Довольно-таки очень интересная информация, которую далеко не все журналисты изначально поняли, о чем вчера отчитывались в воздушных силах Украины. Системы РЭП и падение ракет на территории Российской Федерации, даже не на территории временно оккупированной территории Украины. Благодаря чему, по вашему мнению, это сейчас возможно? Конечно же, если это можно озвучивать в прямом эфире. Ну, тут большого секрета нет. Когда анализировалась атака россиян по нашей территории, было сказано, что всех удивило, почему такое небольшое количество ракет было уничтожено. Всегда мы сбиваем там 70, 80, 90 ракет, а здесь вроде бы там меньше половины. Но потом, если кто хотел, тот услышал то, что сказал, например, речник наших военно-воздушных сил о том, что те ракеты, которые были не сбиты, они все равно куда-то исчезли, он так сказал шутливо. То есть они не долетели до цели. Они упали где-то не туда, куда были точно направлены. Вывод тут очень простой, что эти ракеты были атакованы не зенитными комплексами, а системами радиоэлектронной борьбы, потому что эти ракеты управляются внешним сигналом, условно внешним сигналом, они управляются внешним сигналом, просто чтобы не углубляться в этот вопрос. И когда этот сигнал мы можем перехватить или заглушить, или даже перенаправить, то ракета слепнет, она теряет ориентацию, куда ей надо лететь, она просто может упасть совсем не туда, куда она направлялась, где-то в поле. И также и вот это средство радиоэлектронной борьбы, которые находятся на нашей территории, то таким образом они отклоняют ракеты или слепят, или сбивают их с курса. Как упала ракета на территорию Российской Федерации, тут у меня, честно, больше вопросов, чем ответов. Можно допустить, что это была поломка просто ракеты, у них не первый раз ракеты падают. А можно допустить, что это какие-то новые системы радиоэлектронной борьбы, но они должны тогда находиться не на Земле, а точно на самолетах, может даже в космосе, которые могли перехватывать эти сигналы ракет уже на большом расстоянии от нашей территории. Вот если это все-таки было не случайное падение, а использовано новое средство радиоэлектронной борьбы, которое находится на Земле, которое находится где-то в воздухе или в космосе, то это очень серьезный сигнал. Это достаточно сложно технически сделать. Я в это мало, честно говоря, верю. Но давайте надеяться на хорошее, потому что, в принципе, теоретически это возможно. Алексей, а поясните, пожалуйста, я заранее прошу прощения, если вопрос покажется глупым, в силу того, что я не эксперт в радиоэлектронной борьбе с ракетами, но все же, возможно ли такие помехи для тех или иных ракет создавать именно с того или иного самолета, который оборудован теми или иными какими-то радиолокаторами? Чисто технически возможно ли такое? Технически можно. Это может быть самолет типа Авакса, который самолет дальней радиолокационной разведки. В принципе, целенаправленно можно посылать сигналы. Такая ракета, она же тоже управляется, что значит внешним сигналом? Она управляется через ГЛОНАСС российский, наш GPS, то она управляется с космоса. И мощности этого сигнала хватает для того, чтобы ракету направлять туда, куда хотели бы, чтобы она долетела. Но, значит, если можно управлять ей из космоса, то можно с космоса и мешать этому управлению, грубо говоря. Не обязательно с космоса управляются ракеты А-50, российские самолеты дальней радиолокационной разведки, они тоже управляют этими ракетами. Бомбардировщики, которые запускают эти ракеты, они тоже там определенная часть идет управления этими ракетами. То есть это комбинированная система управления. Но это точно не наземная система, потому что за счет кривизны Земли дальность, на которую может действовать локатор, передавая сигнал, она ограничена. Вот этим определяется ограниченность дальности действия зенитно-ракетных комплексов. За горизонт не может электромагнитная волна, как свет не может за горизонт или за угол там завернуть.
Поэтому остается только одно – поднимать как можно выше. Ну, чем выше мы находимся, очевидно, тем дальше мы можем видеть за горизонт, ну, до горизонта. Ну, чем, ну, с первого этажа, например, там, с 20-го этажа линия горизонта будет дальше, естественно, с 20-го этажа. Поэтому надо управлять такими ракетами, ну, с воздуха, даже с космоса. Но опять же, если можно ими управлять с космоса, то почему нельзя с космоса, например их, этот сигнал глушить или перенаправлять? Вот это интересно. Я думаю, что это очевидные вещи достаточно. Ну, с точки зрения технической, я не хотел вас обидеть, что вы там не разбираетесь, а тут разбирается. Это просто это очевидные вещи с технической точки зрения, что если с космоса можно управлять, то из космоса можно, или с воздуха, с большой высоты можно мешать управлению. Но если это так, и эти ракеты были, особенно та, что упала на территорию Российской Федерации, то это для россиян очень плохой знак. Если у нас появляется такая техника, то их ракеты, ну и дальше не будут падать на их территории. Алексей, маленькое еще одно уточнение. А F-16, они в целом могут иметь такие возможности? Да нет, F-16, наверное, мне надо, честно говоря. У них стоит бортовой радар, который, ну, до 300 километров он может видеть. Ракета может на несколько сотен километров стрелять. Ракета воздух-воздух. Им заниматься... Ну, это, нет, это должен быть несерьезный. F-16 серьезный самолет, это другой. Это Авакс, это самолет... Для других целей, летающий, да. Летающий радиолокационная станция должна быть. Да, Алексей, тогда продолжение. Поговорим еще о том, что происходит на отдельных участках. Мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем. Хочу как раз с этого начать. Это слова командующего сухопутными силами Украины Александра Сырского. Сказал это он накануне для Reuters, и об этом хотелось бы также поговорить. Я далее не буду, потому что действительно там очень много было все-таки тезисов, которые важны со стороны как раз генерала Сырского обсудить. Но вот что он еще говорит, что сейчас это активно оборона, когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а по некоторым направлениям переходим иногда в наступление. Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли перелом в войне в пользу Украины, Сырский сказал, я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать. Вот о шансах для Украины. Хотела у вас также спросить в ближайшее время, ну вот у нас середина января, январь-февраль, какие шансы для Украины могут появиться, ну скажем так, ну не то чтобы внезапно, потому что в войне, в продолжительной войне внезапность это тоже не всегда хорошо, но все же, если говорить прагматично, с военной точки зрения, Алексей, какие возможности Украины в ближайшее время, по вашему мнению, могут возникнуть? Ну, вы практически ответили на вопрос, который ставили в начале. Почему, что, как мы ведем оборонительные действия? Это именно вот это слово «активная оборона». Активная оборона подразумевает, что мы не просто сидим, закопались в какие-то траншеи, а мы при первой удобной возможности идем в контрнаступление, локальное контрнаступление. И это, ну, точно, что усложняет врагу возможности его наступальных действий. Вот какая-то штурмовая группа атаковала, мы ее отбили, и мы не сидим, ждем следующую группу, а начинаем сразу контратаковать. Пусть это даже будет не на большой территории продвижения, но это усложняет, значительно усложняет врагу его наступательные действия. Вот это активная оборона, мы ее используем, ну, как минимум с начала полномасштабной войны, и это приносит определенный результат. Это, по большому счету, это новая тактика, которую изучают и наши партнеры в НАТО, и, видимо, они будут ее применять, модернизируя свои боевые уставы. Что может послужить для перелома войны? Ну, два, тут, опять же, ну, можно говорить о каких-то нюансах, но есть, ну, главное, а есть, ну, это нельзя называть второстепенным, но есть составляющие. Мы составляющие чего-то большого. И мы начинаем часто акцентироваться на составляющих, не анализируя то, что эти составляющие составляют, простите за тавтологию. У нас, в принципе, два варианта для того, чтобы был перелом в войне. Первое – это мобилизация. Тогда большим количеством людей мы сможем, ну, делать наступательные действия, потому что сейчас у нас, ну, значительное преимущество в живой силе у врага. Если у нас будет войск хотя бы, ну, в идеале столько же, или хотя бы 70-80% от того, что есть у россиян, благодаря нашей более современной тактике, благодаря умению, благодаря мотивации, мы смогли бы меньшим количеством его очень далеко бы отодвинуть от тех мест, где сейчас идут боевые действия. Ну, загнали бы вообще за наши границы, там, за Урал. Но для этого, опять же,
нужны люди. Если с мобилизацией есть определенные сложности, мы не можем обеспечить нашу армию таким количеством военнослужащих, ну, не хочется говорить живой силы про наших военнослужащих, то это должна быть техника, и не просто ее должно быть много, это должна быть более современная техника и более разнообразная. Начиная от дальнобойных ракет, спасибо Риши Сунаку, премьер-министру Британии, что вроде бы получено... Ну, вроде бы мы договорились, это так не очень официально озвучивается, но что нам будет передана ракета с дальностью тысячи и больше километров, чтобы мы могли уничтожать военные цели в глубине Российской Федерации, где они собираются, делают склады, где их логистика, где даже заводы, которые производят оружие. Вот нам такая дальность крайне необходима. Ну и кроме этого, нам необходима качественная техника и в достаточном количестве. Не 31 танк, а несколько сотен танков. Если это мы говорим про самолеты, то это как минимум F-16, как минимум. Это не самый лучший самолет. Лучше было бы F-35, F-22. Очень хотелось бы беспилотные летательные аппараты многоразового использования, которые есть у наших партнеров. Очень важно было бы, были бы вертолеты, Иракес, и Кобра, Блэк Хок, которые поддерживали бы наступательные действия на линии фронта. Ну и так далее. То есть нужно качественное изменение в поставках вооружения, которое мы получаем от наших партнеров. Не просто там, наконец-то, может быть, к лету, а может быть и нет, нам передадут 1000-1 000 000 снарядов. Но 1 000 000 снарядов, это, знаете, это меньше 3000 выстрелов в день. Россияне делают больше 10 000. Это ничего не переломает. Этот 1 000 000 снарядов, про которые столько идет разговоров, ничего не переломает на поле боя. А вот дополнительные гаубицы, дополнительные, в том числе, системы противовоздушной обороны, и обязательно, вот, кроме F-16, дополнительные летки, самолеты. Может быть, вот тот же Сирский говорил, что было бы очень неплохо, если бы это были А-10 штурмовики, бородавочники, так называемые. Их уже списывают с вооружения во многих странах, с членов Альянса, но на поле боя, как штурмовики, как поддерживание наступающей пехоты, это было бы очень удачно. Ну и так далее. То есть нам нужно... Замыкая круг, чтобы опять не растекаться, как говорят, мысли по древу, нам нужно либо увеличение численности людей, значительное увеличение на поле боя, либо качественное изменение техники, которую мы используем. Но других вариантов нет. Да, вот вы как раз вспомнили, я хотела далее продолжение. Спасибо, что вы, да, в таком контексте, в одной линии мы как раз думаем в этом направлении. Вот командующий сухопутными силами Украины Сырский Александр, я сейчас просто нашим зрителям, что он еще сказал в этом комментариях своих для Reuters. Украине нужно больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики А-10, которые сейчас наш гость вспоминал, Алексей Гетьман, для поддержки пехоты и самолеты, которые могут запускать крылатые ракеты большой дальности. Это как раз вот в этих комментариях для Reuters, о которых мы сегодня говорили. Все в одну канву легло. Я не повторял то, что говорил Сирский. Я, честно, только почитал аннотации про то, что он не успел еще работать. Но видите, ну, если у двух людей совпадает мнение, то значит, что это мнение, ну, идея правильная, по большому счету. Но тем более мне приятно, что, значит, совпали наши с паном Сирским. Ну, он все-таки генерал, я всего лишь майор в запасе. Но видите, совпали. Значит, это правильные мысли, правильные действия. Да, и хочу еще, Алексей, у вас спросить. Знаете, если просто говорить, то понятно, что чем больше хотят россияне достичь, и делают это иногда хаотично, иногда необдуманно, и понятно, что тем больше будет ошибок. И, возможно, как раз и с ракетами та же самая история, потому что, ну, все-таки к массированным ракетным атакам, как бы это сейчас ни звучало из моих уст, но это прекрасно мы понимаем, что необходимо готовиться, да, они готовятся, но иногда, когда меньше времени тратят, вот могут быть допущены ошибки. Я смотрю, что допускают ошибки и на поле боя, а там ошибки непростительны, потому что они чреваты огромными потерями. Мы видим сегодня, что и увеличивается количество ликвидированных российских военных. Но также вот тут еще несколько аспектов интересных. Я сейчас смотрю, что происходит в Херсонской области. Достаточно интересно. Это вот как раз тоже информация на сегодняшний день. Там у захватчиков российских возникают проблемы определенного характера. Вот что интересно. Россияне сбивают собственные беспилотники в Херсонской области. Вот тут
Это понятно, что это, кстати, связано с тем, еще здесь одна закономерность, что активность украинских беспилотников распространена как раз на левом берегу Херсонской области. Ну и вот подтвержденная информация от Генштаба, российская группировка войск Днепр уже начала извещать личный состав о том, когда российские дроны будут действовать в их районе. Ну вот это как раз связано с тем, чтобы, наверное, не сами же российские оккупанты не уничтожали свои дроны. Еще какие можем, да, критерии, почему это происходит, почему все-таки это из-за того, что очень большое количество используется дронов со стороны украинской армии и российской, либо же тут еще, скажем так, есть какие-то определенные военные закономерности? Ну, как раз вот вы видите, про это как раз сегодня в утреннем ранковом зведении говорила речница Южного Південного групування пані Наталя Гуменюк про то, что россияне, есть такая проблема, они начинают, ну, проблема с дронами, скажем так. Для того, чтобы, ну, россияне, знаете, дрон идентифицировать в полете, ну, крайне сложно. Это дрон, какой-то дрон, и российский, или наш, россияне, ну, они там перепуганы, естественно, вот возле Крыма, возле казачьих лагерей, потому что они там пытаются делать штурмовые действия, и пока они, у них ничего не получается, наоборот, их там уничтожают в достаточном количестве. Поэтому они, когда видят дрон, они начинают его просто атаковать рэпами, атаковать стрелковым оружием, потому что, ну, все уже прекрасно знают важность дронов в современной войне. Если появился дрон, значит, он будет, если это дрон-разведчик, то через несколько минут прилетит уже дрон-камикадзе. Поэтому они с перепугу стреляют и тут по своим же дронам. И тут действительно надо прописывать для них, было бы правильно, с своей точки зрения, прописать времена, когда будет время, часы, когда будут атаковать их дроны, чтобы они их не трогали, чтобы они не стреляли по своим. Ну, я думаю, это достаточно серьезный организационный вопрос, и я не уверен, что россиянам получится. Поэтому, ну, забивают свои дроны, пусть забивают, молодцы. Алексей, огромное вам спасибо за вашу аналитику. Всегда рады вам в эфире Freedom. Алексей Гетман, военный аналитик, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.